О, как хорошо, Сатурн, ты посмотри, как великолепно получается. 11 сентября, о господи, 11 мая 2020 год, Харьков, 4.14 по Киеву. Такой четкой картинки я и не помню. Что ж ты будешь делать? Какая красота! 1 440 000 000 километров до Сатурна. Сейчас вылезет. Да, ёлки-моталки. Не знаю, как на большом экране будет выглядеть, но сейчас это выглядит классно на фотоаппарате. Просто четко видно желток в середине и кольца по бокам. Отлично. Да, жалко, не видно. Тут рядышком Юпитер. Ну, значит, в этой порции у нас будет только Сатурн и Луна. И то уже очень хорошо. Да, хорошо. С Сатурном удачно получилось. Не зря в 3 часа ночи выперся. Ловил тут. Да, посмотри, какие колебания воздуха, правда. Гуляет все по экрану. Ветер. Ветер, ветер, ветер. 370 тысяч километров до Луны. Не получилось поснимать в Пиренеи. Тучки, дождик. Ладушки. Люблю бабушки, бабушки. Так, попробовать уловить все-таки Юпитер было бы неплохо. Но шансов мало, конечно. Да.
не получится в этих настройках. Ну, Луну как хорошо видно. Ладно, не будем мучаться. Еще раз луну, потом попытаемся еще раз. Начать дубль Сатурна или Юпитера. Или Марса.